Привет, народ! Сегодня вы сделали видео урок по запуску вот такой электрички чешской. Ссылки будут в описании на нее. Как я понял, автор выложил. Я так и не понял, то ли он написал, чтобы эта версия. Даже будет всплывать окно, когда вы будете запускать эту электричку. Что-то нам написано об этой версии, что-то так. 2017. Ну, не знаю, то ли он забросил ее, то ли... Ну, короче, выложил, не додел, короче. Потому что если посмотреть на телеги, да и местами текстуры, конечно... Не здесь, а вот здесь, если присмотреться, есть вот косяки. Вот они. Ну, то-то такое, как бы бетка. Будет ли он ее доделать до конца или нет, не знаю. Ну, давайте запустим, что ли, машину эту. Так, повернем ключик. Нажмем сначала сюда, чтобы он появился. Теперь поворачиваем. Выберем, он там рекомендует 480 ампер. Так, теперь нам нужно запустить компрессор. Вот это включаем. Раз тумблер, два тумблер. Батарея, ну, да. Так, дальше что делаем? А дальше, в принципе, все просто. Ну, даже выйти, посмотреть, поднимутся по пантографу. Кстати, они разные, на двух. Вот тут две электрички таких. Значит, у этой вот такой пантограф, другой классический, ромбовидный. Так, что нам делать дальше, чтобы запустить? Нажимаем Ctrl, Shift и F12. Секунду. Ctrl, Shift. Раз, два, три. Во. Не с первого раза. На всякий случай нажмите на зеленую кнопку. Там тоже советовалось. Я хотел посмотреть пантограф. Он уже поднялся. Так, что у нас сзади? Сзади тоже поднят. Хорошо. Но все равно. Короче, вот тумблер раз, два. И на зеленую кнопку. И потом пробуйте. Ctrl, Shift. Он сам писал, там какие-то брюки бывают. Ctrl, Shift, F12 одновременно можно найти. Так, что у нас тут есть? Свет. Свет у нас включается здесь. Передние. Задние тоже должны гореть. Только буферные. Так. Значит, вот этот отвечает за дальний свет. Вот в таком положении. Поворот. Еще раз прожектор включается. Так, чтобы разблокировать все и двинуться, вам нужно перевести переключатель реверса вот это. Сейчас не туда. Сейчас. Не получается. Такое положение, вот таком должен. В принципе, кнопками WS можно переключить. Все, с тормозов мы спустили. Ну, тормоза стандартно. Это буква GE, если на русской раскладке или
запятая и точка с запятой. Так, ладно, ну что. Все, теперь можем трогаться. Чем-то на наш похож немножечко. На наш старый ДВР-ки. В общем, не знаю, будет ли автокад делать это все дело. Что, конечно, интересно. Создать сценарий можно. Пассажирский перевозки, но ее бы немного допилить до ума. Салон есть, кстати, есть салон, можно в салоне вагона посидеть. Ну все, спасибо за внимание. Максим, прощаюсь с вами. Всем пока, до новых встреч. Увидимся.